Добро пожаловать в Марракеш. В этом видео я покажу вам две самые большие достопримечательности города, а именно мечет Кутубия и рынок Джема Эл-Фна. Кутубия – это самая большая мечеть Марракеша. Он был построен в 12 веке во время правления халифа Якуба Ал-Мансура. Его минарет высотой 77 метров послужил образцом для строительства башни Хасана, которую вы уже видели в моем видеоработе, и башни Хиральда, расположенной в Севилье. Минарет расположен в таком месте, что его видно все концов Марракеша. Мечеть окружает красивый парк с экзотическими породами деревьев. Мечеть расположена примерно 200 метров к западу от знаменитого городского рынка Джема Эл-Фна, который существует с момента основания города. Дорога приведет меня к самой большой достопримечательности города – рынку Джема Эл-Фна. Это источник жизни, силы города, куда люди всей Африки приезжают, чтобы предложить свои товары и услуги. А у входа в меня встречает самая большая достопримечательность – укротители змей. Кто хочет увидеть укротителей в действии или сфотографироваться со змеями, должен заплатить. В цену также входит страх туристов. И для вас из первых рук укротители змей из Марракеша. Если я и чему-то научился в этом рынке, то это как никогда не двигать и не поднимать эти синие крышки. А по соседству вечеринка уже началась. Талантливый музыкант, играющий одновременно на нескольких инструментах, исполняет музыкальные желания посетителей. Yeah.
जादू में नहीं है। Особое музыкальное пожелание для меня. Песня «Сербия, Сербия». Сербия. Сербия, Сербия, браво! Рынок Джемель-Сна, безусловно, самая захватывающая площадь Марокко. Он окружен воротами и стенами с 12 века и вместе с Мединой внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Рынок оживает особенно ночью, когда он наиболее загружен. Я посетил его тогда, но, к сожалению, не смог это записать. Здесь проходят уличные представления и концерты. И помимо укротителей змей, можно увидеть их коллегах, укротителей скорпионов, жонглеров, акробатов, нищих, врачей надри. Люди приходят посусывать, увидеть и попробовать разные африканские деликатесы. Конечно, подразумевается торг. В Марракеше еще есть на что посмотреть и записать. Но, к сожалению, погодные условия не пошли меня на пользу.
мне придется вернуться в этот красивый и загадочный красный город, чтобы увековечить часть его великолепной красоты. Следующее место в моем путешествии – рыбацкий город Эсауира.